Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Камрач на связи, мы с вами вновь продолжаем играть в Startup Company, третья серия. Хотелось бы немножечко обсудить различные такие вопросы. Я сейчас контракт новый взял, у меня, то есть, больше получается идет денег, но у меня плюс еще реклама, у меня крутится реклама. Если убрать рекламу, мы в принципе, зарабатывать не знаю, может быть, конечно, и сможем, но вот мы в притычечку, вот мы справляемся, вот 300, вот мы как бы идем туда, в ту степь, 350 с копейками, то, что как раз и хотят они, получается, то, что они хотят по контракту, вот 800 хотят показов, но не знаю я, смогу ли я 800 вытащить, но очень хорошая цена, поэтому продления не будет, мы не будем продлевать. Вот человек еще хочет зарплаты, повышаем ему зарплату. И мы с вами подошли к той черте, когда нужно, получается, брать займ. Давайте возьмем пока что маленький займ. Большой не будем брать. Естественно, мы будем платить деньги на 365 дней. Суточная стоимость 324 тысячи. Это плохо. Все пока что плохо. Займы — это вообще нехорошо, я их ненавижу. Что в реале ненавижу, что в игре, они тянут на дно всегда. Но мы будем стараться выходить из этой гнилой ямы. Два, нет, вообще не подходит. Мы заработали денег, получается, у нас штрафов нет. Почтовые рассылки мы... То есть аренда офиса, зарплаты, займ мы сейчас платим. У нас как бы штрафов, слава богу, нет. У нас все хорошо. 2900. Нет, это чересчур мало. Сейчас закончится эта ерунда. Вот в этот день. И теперь поставим на... Нет. На этот. Давайте обсудим. 800 показов гарантированные. Да? Можно снизить. Насколько можно снизить? До 240. Короче, проблема. Большая проблема. Мы будем платить сейчас неустойку, либо вообще не платить. Ну ладно, оставляем этот заказ. Он, в принципе, хорошие деньги нам предоставляет. Но сейчас мы будем в минусе. Опа! А, миллион вообще. Ну ни хрена себе. Ищем дальше заказы, потому что мы не вывезем, нам не хватит, у нас пока что очень мало. Очень мало. Ищем и еще раз ищем. Что предлагает? 1 100 000 просмотров, фильтр. Давайте сделаем меньше. Намного меньше. До 400 хотя бы. Не миллион, ну хотя бы, я не знаю, 800 мы не тянем, хотя бы давайте 600 вот так сделаем. Тогда, может быть, так мы потянем. Отчисления, опять мы тратим деньги, 190. Давайте обсудим контракт, 190, ух, нет. Можно обсуждать? Нет. Нет, мы не будем обсуждать, потому что все плохо. Принимается, конечно. Ох, ё-моё, что ж делать, а? 350, 670. Вот, отличное. Отличное предложение, в принципе. Отличное. Давайте-ка мы его обсудим. 600. Нет, мы не вывозим. Зато мы вывезем... Смотрите, сколько мы вывезем. Мы вывезем 220. Стопудово. На 10 дней. Ёшкин кот. Да что ж такое? Вообще копейки. Обсудить. Так. Нет. Давайте будем обсуждать где-то вот... Предлагает $27. Нет. Давайте будем предлагать ему вот так вот. 8.50. Решает покинуть переговоры. Он в афиге. Он просто охренел от такой наглости. Обсудить. Ох, ну тут не знаю. 240 на 10 дней. Мы не вытащим. Я думаю, нам сразу же штрафы будут. Нам будут штрафы.
О, так у нас есть другой отрезок времени. Ё-моё, чё ж я туплю? Мы ж можем другой выбрать. Вот, 370, 798. Давайте попробуем обсудить. Вот он предлагает 2.12 нам. 2.12. Не, ну это мало. Давайте, ну, сколько там? Ну, 3.30 отправить. 2.40. О, повысил. Давайте 3.10. Надо поторговаться, поторговаться. 2.50 уже расстроен. Окей, 2.50. Я согласен. Все, мы приняли. И начинаем старт. Сколько ж интересно, сколько мы будем зарабатывать по контракту. Сейчас будем смотреть. Компания, почтовая рассылка. Закончился первый день. У нас пока что вообще колоссальные расходы. Премия, займы, всякая хрень. Запустить машину, конечно. Что у нас получается? Давай, давай, давай. 942 мы зарабатываем. Нет, меня это вообще не устраивает. 3.40, 170 показов нужно, да? 3.40, 170. Не, ну это мало показов. Мы уже 400 можем рассматривать. Давайте поставим фильтр на минимум, короче, получается где-то 397. И на, ну, где-то 700 назад. Вот это мы уже, такие предложения мы можем уже рассматривать. По сути дела, у нас 2.105, мы с вами уходим в жесткий минус. Что мы с этим можем сделать? Давайте поменьше сделаем скорость. Ну просто вообще реально это ужас. Тут не все так радужно. Не все так радужно. 200 также мы и платим. Ничего не изменилось. Кого он ищет, я не пойму. А что у нас этих людей нету? Есть. Блин, дурак, отмена. Не надо искать. Его можно, знаете что можно, изменить контроль, специалист по кадрам и добавить, нет, неправильно, менеджер. И в менеджере можно добавить, где у нас этот парень, который у нас лупасит чисто одно и то же. А, не, короче, тогда, короче, ладно, не надо ничего, нет задач, пусть все, просто менеджером пусть остается и все, ну его нафиг. 2 доллара. А мы тут на 2.50 договорились. Вообще предложение не фонтан. Определенно. Полный бред, как говорится. И мы все сильнее уходим в минуса, и в минуса, и в минуса. Что мы можем сделать здесь? Чуть-чуть уровень поднять до 40, до 40-ки. Здесь снижаемся. Хостинг. Хостинг у нас еще плюс 40 в день. Реклама. Блин, принять давайте. Ладно, повысим тебе зарплату. Только, ну, смысл-то повышения зарплаты? Вообще денег. Денег нет. Мы бомжуем. 2 доллара за 460 показов. Да это вообще, это слезы. Какой ты че? Вообще упал. Заработок 490. Вообще, все плохо. Очень плохо. Мы уже 430 можем. 280. Вот. Вот это уже получше. 280 это хотя бы уже туда, в ту степь. От чего мы можем. Мы еще плюс же можем поторговаться и будет получше. Сейчас посмотрим. Показы у нас 440. Сейчас еще вообще один контракт посмотрим. Так, 3 300. Вот, смотрите, вообще отличное предложение. Давайте его обсудим. За 430 отрезок времени. Вот, как раз мы можем выбрать отрезок времени номер 1. Это с 12 этот обеда дня и до
12 ночи, отличный отрезок времени. Полтора косаря мы с вами будем зарабатывать. Но меня это не устраивает. Надо обсудить. Давайте не 3,60 будем просить, а будем просить 4,13. Ну, чтобы сильно не напугать, будем 4 просить, отправить предложение. Он 3,80, а мы давайте предложим 3,93, отправить предложение. Принимает, отлично. И у нас получается 1600 заработок. Я понимаю, это, конечно, не фонтан. Покинула свою должность. А почему она покинула? Я что-то как-то упустил. Не понял. Как же меня достал этот SQL? Ух ты, разработчик. Нам нужно срочно найти разработчика. Так. Я понял, надо искать разработчика. И у нас есть контракт. У нас есть контракт, который мы заключили. И у нас деньги, что с деньгами? 1200. Нет, нет. Нам, значит, нужно искать, что у нас полмиллиона уже мы можем, да? Сейчас глянем, сколько у нас будет идти. 2,80. Нет, нам надо искать что-то больше 4. Выполнили? Выполнили, отлично. 3,50. Нет, нас это не устраивает, 3,50. Мы пока что тратим свои деньги и тратим их очень хорошо. Прям безумно хорошо. Нам нужно выходить из этой ямы. 3,40. Тоже нет. А вот он просит, короче, зарплату себе. Блин, если так все будут просить зарплату, мы с вами обанкротимся к чертям собачьим. 3,30. 300, точнее. Ё-моё, ты что, больная что ли? Куда такие бабки? Таких денег я никогда сам не видел. А ты тут выпрашиваешь у меня 3600. 5300, офигеть. А тебе сколько? Тоже сейчас скажет, этого мало. 5 надо. Ужас. Они это ему уже предлагали 95%. 3700. Ну согласись, блин, неплохие деньги. 3800. 4. По-любому сейчас согласится. Есть, принимает разработчик, только я вот не помню, какие компоненты стояли. Вот правда, не помню. Мы поставим вот эти. И надо сразу же ее на обучение, иначе она будет очень долго работать, а это будет очень хреново на нас сказываться, на нашей продуктивности. У нас опять сайт максимум. Так, текстовые объявления у нас тут настроены. У нас тут все нормально. Хостинг у нас так пойдет, но мы можем подкинуть. Деньги. Денег жалко. 1300 мы с вами платим. 2300. Никуда не годится. 4. Вот. Вот. Вот это уже можно что-то думать, что-то разговаривать за пол ляма. Мы как раз 460, да, можно уже говорить на эту тему. Можно будет повысить. Что мы, в принципе, сейчас и сделаем. От этого контракта мы ни в коем случае отказываться не будем, потому что деньги. Нет. 4000 нас устраивает вполне. Пока что будем обучать. Обсуждаем контракт. Стоять. Ого, выбираем отрезок 1. Как раз нас все устраивает. 1900. Это великолепно. И теперь нам нужно обсуждать. 4,40. Нет, конечно, нас это не устраивает. Мы будем предлагать 5,30. Нет, наверное, 5,20. Вот так вот отправить предложение. 4,60 просит. Мы будем 5,10. Будем вот так вот потихонечку снижаться. Он доволен. То есть он как бы рассчитывал на это, что мы будем с ним торговаться. Окей, 4,80. Давай на 4,900. Как ты? Отлично. Точнее, 4,90. 2,156.
Конечно, мы пока что не покрываем, но 900 это уже неплохой результат. Я бы даже сказал, это отличный результат. Теперь нам нужно находить предложение. Нажмем автоматическое продление. Нам нужно будет находить предложения, которые будут выгоднее. И нам можно еще одного работника нанять. Трансляция. Еще вот это улучшить. Потенциал. Ну, почему-то тут люди недовольны. Надо, наверное, нам повышать больше вот эту штуку. Ну ничего, повысим. Да, 933. Я не знаю, правда, пока что делать. Так, ну у нас тут пока с хостингом нормально. Рекламная кампания у нас справляется, и у нас уже как бы потенциал очень-очень хороший. Что с контрактами? А, он же у нас обучается. Сейчас он дообучается. Все, супер. Теперь будет, гляньте, как он быстро ищет. 4700. Угу. 3300. Нет, это вообще, это я даже не знаю. Но мы можем нанять еще одного работника, чтобы два контракта было у нас. В принципе. 3900. Нет, это нас не устраивает. 400 показов тоже нет. У нас уже полумиллионные показы, в принципе. Блин, в минус уходим в минус конкретно. Ужас, ужас. Ужас. Что делать, не знаю. У нас еще на 17 дней хватит. Нам нужен срочно какой-нибудь контракт. Неплохой контракт. Давайте немножко замедлимся и сейчас посмотрим по рекламе. Нет, точнее, так, идем. Стоять. Вот, текстовые объявления. Сколько у нас? У нас здесь 280, да, время, а здесь с 12 до 0. Мы здесь анимуем, здесь и здесь. Как-то тоже поиграться, не? Мы не можем такой промежуток времени сохранить. Не можем. Ага, потом время не должно, короче, соприкасаться. 289 получается. У нас максимально с утра до обеда сидит людей. Значит, нам нужно найти контракт 289. Окей, давайте мы постараемся найти. Так, минимально так и сделаем, и максимально ну вот так вот. Блин. Короче. Вот, все. Этого будет достаточно. И сейчас мы будем искать по вот этим критериям, и нам нужно будет нанять еще одного человека. Ух. Ага, нам нужно другое помещение. Ё-моё. Так. А мы не сможем в другое помещение переехать. Так. Это что у нас? Хостинг, офис. Нам надо 35, а 6 тысяч в месяц аренды. Нет, мы не можем. Мы пока что себе этого позволить не можем. Это печально. Это печально. Но что поделать? Придется пока что так. Будем так. 100 мы тоже пока не можем добавить. Значит, нам надо кого-то убрать. А кого мы будем убирать? Вот этот парень нам нужен, да? Его надо заменить. Надо поиск сделать. Его мы заменим. Мы его заменим на менеджера по продажам. Сейчас будем искать, потому что по-другому нельзя. Окей. 3300.
За 200. Неплохое предложение, кстати. Вообще неплохое. Ладно, пусть ищет. Пусть ищет. У нас еще пока что есть время. Не хотелось бы его, конечно, инфо. Что с ним можно сделать? Его ж можно уволить, в принципе, как-то. Отправить домой. Так, передвинуть место. Так, отправить домой, что-то открепить, уволить. Отправить домой по имени, так, его настроение улучшится, но в этот период он не будет работать. Нет, мы его вообще просто уволим. Мы его уволим, мы такие вот серьезные ребята. Так, что он тут написал? Сегодня надо по-любому посмотреть. А что он ищет? Ерунду какую-то. Я не понял, он же должен менеджера искать. А, вот они. Все понятно. Так, хорошо. Хорошо. Менеджер 80. Вот этот сколько он будет брать? 3700 в месяц. За 4400. Боже, какие они все. Дорого. Все дорого. 4300. 4200. Нет, пошел в жопу. Вообще больной. Дорого нафиг. О, этот вообще себе цены не сложит. Скорость. 80%. Давай, друг, за 3700. Нет? 5200. Ну и пошел нафиг. Много ты о себе думаешь. 4400. А, 5300. Не, мы сильно вообще не снизимся с такой ерундой. 3400. О, вот тут мы сможем поторговаться, в принципе. Я думаю, до 3900 мы снизимся. Даже за 3800 взяли. Великолепно. Прыгай, братан. Стоять. Стоять. А кого мы взяли? Нахрен нам этот придурок. Твою мать, мы взяли не того, кто нам нужен. Да, повышаем зарплату, конечно. Сволота вонючая, мы взяли не того. Потратили деньги. 6! Да ты чё, женщина? Ни хрена себе. Вот это да! Да за 6 тысяч долларов я не знаю, чё ты делал. Офигеть. Братан, ну только на тебя надежда. 3 800. 5 500, нифига. Мы будем с тобой 5 400. А, не, он уже загрустил сразу, типа, мне много, ой, мне мало. 3200, 5800, вот это да. Вот это цены, 3300, о, на 4 согласится. Принимаю, хрен с тобой. Мне сейчас и такой сгодится. Фильтр. Макс показов, нет. Не макс показов, нам нужно сотку. Нет, пока расширять мы не будем, нам это не нужно. Сделаем эффективность. 220, и теперь нам нужно посмотреть функции. На текстовое объявление мы 296, получается, можем вывозить. И тут 521. Значит, вот этот парень, он сможет искать уже контракты от полумиллиона. Давайте так и сделаем. Макс число, ну, где-то... Нет, 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 нет. Сделаем от полумиллиона. Не так. Полмиллиона. Все, пусть ищет так. А этому, там сколько у нас было? 900, да, вроде бы. Давайте сейчас. Нет, 900, 286. Этот парень у нас будет искать 286. 200. Это будет наша плюс дополнительная копеечка. Все, вот так вот. Ищи, друг. Давай, заказы, ищи. И ты тоже ищи. Нам нужны срочно деньги. Прям вот нам надо 900 где-то вот нам надо взять бабки 900. Либо здесь контракт сейчас на 5 выстрелит, либо тот найдет. Но я сомневаюсь, что выстрелит.
Охренеть. Что у нас? У нас все плохо. Я скажу, что у нас очень все плохо. 2900. Давайте будем обсуждать. 800. Не хватает чуть-чуть. Давайте с 4400 начнем. 350. Будем вот так торговаться. Может и сойдемся немножечко. Хотя бы в 0. 3.70, он уже грустит. 3.80, вообще грустит. Но, друг, извини, мне нужны как бы деньги. 3.90. Давай на 4. На 4 сойдемся. Ладно, хрен с тобой. 3.90. 1000. Ура! Мы с вами вышли в прибыль. Наконец-то. 81 доллар прибыли. Это, конечно, просто с ума сойти. Вот отвечаю. Я не знаю. Ух, теперь можно ускоряться, в принципе. Теперь у нас что по транзакциям? У нас теперь должна быть только прибыль. У нас получается минуса никакого нет. Ну, естественно, кому-то там что-то заплатить придется, где-то что-то куда-то. Это плюс все с рекламы. То есть, если мы сейчас рекламу немного подрубим, ну, вырубим, я имею в виду рекламу, у нас также будет идти заработок. У нас будет все хорошо. Пользователи у нас прибавляются. Здесь мы можем повысить еще немножко. Кофемашина, ага, я понял, офис. Офис, давайте, естественно, откроем. Исследование, пакет льгот. Бесплатный спортивный абонемент тоже откроем. Исследование у нас есть. И мы можем как бы функции новые. Польза делиться страницами с друзьями и семьей. Вот, но это функция обмена, это как бы мы сейчас ее не сможем никак поставить. Потом фреймворк. Вот фреймворк, не знаю, даже кадры новые. Короче, исследования пусть, наверное, пока что просто прибавляются. Не будем мы лезть. Пусть они копятся. Главное, что у нас сейчас идет прибыль. 80 долларов, но прибыль. Так, тут у нас уже идет 500. Мы поставили 500. Надо нам уже 508. И, ну, где-то, я не знаю, 500... Сколько мы можем? 500... Блин, двигается вот это. 536, 620. Все, пусть так и стоит. 2 доллара нет, это вообще ни о чем. Даже разговаривать с вами не хочу. О, 3.90 это вот у наш потолок получается. Нет, 3.90 меня тоже вообще совершенно не устраивает. Хотя стойте, устраивает. Почему бы нет? Почему мы делаем? Мы сейчас выведем больше. Обсудить. Ого, он предлагает 4.29, ни хрена себе. Нет, друг, давай на 5.60. Ты чего? 4.60. Не, мы будем с тобой долго этот 4.70. До 5. Хочу до 5 довести. 4.80. Неплохая цена вообще, 4.90. И он еще доволен. То есть он рассчитывал 5. На 5.10 согласится? 5.10. Вообще 1300. Бомба, ребята, это бомба. Прибыль 391 доллар. Кто-то скажет, что это ерунда, но я им скажу, нет. Наконец-таки пошел доход. Вот он. Он идет, родной. Он идет, наконец-таки. Класс, это супер. Это реально супер. Повышаем уровень еще немножечко. И нам нужно будет вот здесь еще повысить. Нам надо больше сетевых компонентов. Вообще нам нужно расширяться, нужно уезжать отсюда. Но пока что такой возможности нет. И вдруг сейчас кто-то попросит денег, мы ничего сделать не сможем. Короче, будет косяк.
Ладно, всем спасибо огромное, кто посмотрел. Подписывайтесь, комментарии оставляйте, ставьте лайки. А мы с вами будем продолжать в очередных сериях играть. Я надеюсь, мы с вами будем развиваться очень дальше стремительно. И у нас будет только рост, рост, рост. И мы, естественно, будем с вами в прибыли. Всем спасибо и пока.